Всем привет, дорогие зрители! Поздравляю вас с Новым годом 2024! Сегодня 1 января. Хочу пожелать вам благополучия, здоровья, радости, мира миру в этом интересном мире. Хочу предоставить вам хороший вариант 1 плюс 1 в районе Махмутлар, в новостройке, который находится в самом центре Махмутлара, недалеко от башни часов известной, около субботнего рынка. Квартира продается под ключ. Ну, дизайнерский вариант, скажем, авторский. Посмотрите сами. Мы вчера были на рыбалке, поймали хороший улов у нас. Сегодня будем также отмечать днюху своего друга, который поймал для нас, для себя рыбу и для нас также. И также я вчера искупался. 21 градуса тепла в воде. 20-21 между ними. Ближе к теме. Итак, кухня, гранит. Бытовая техника. Холодильник Altus. Ховер. У нас Hoover. Здесь посудомойка. Кумтел. Вытяжка, бытовая техника, духовка. Высокие потолки 295 сантиметров. Даже 3 метра. Ну да, 295 сантиметров. Встроенный шкаф. До потолка. Вот так, детали все покажу. Здесь санузел, бэка, стиральная машинка, Вито электроник у нас, проточный водонагреватель. Знаете, как вот это так открывается. Душевая кабинка. Есть хорошая инфраструктура внизу, сауна, хамам. Спальня где-то у нас 11,5 квадратных метров, может быть 12. Телевизор также установлен в спальне, фирма Axen. Еще на балкон не выходил, сейчас выйдем. Термопакет, окна. Такой балкончик. Полезная площадь где-то здесь 40, 38, 40, 41. Вместе с балконом. За этим зданием башни часов Махмутлара, Зират Банк. За этими зданиями субботний рынок района Махмутлар. А до моря отсюда где-то 280, максимум 300 метров до воды. Максимум. Отсюда я вижу улицу Барбаросса. Средний этаж. Шестой, кажется, да, шестой. Вот такая квартирка. Айдат еще не определен. Думаю, что будет 1500-1700 лир. Спускаюсь вниз, показываю инфраструктуру. Сторона юго-восточная, южная. На этаже у нас 3-6 квартир. Два лифта. Такой лифт, вместимость 8 человек. 6-8 человек. Спустимся на этаж минус 1. Здесь еще не поставили то, что нужно. У меня и также и в этом комплексе есть 2 плюс 1. Кого желает, кто желает. И также много других вариантов. Фитнес-клуб. Фитнес-зал. Ну, что это включили? Тут будет массажная комната.
Вот написано. Тут что-то, лобби. Кресло поставлю. Так, здесь шалан, сауна. Вот хамам турецкий. Душевые кабинки. Есть сауна большая. Давай. Нормально сделали большую сауну. Проект стоит из одного блока. Тут душевые, технические. Тут тоже массажная комната. А тут санузлы. Выйдем во двор. Тут лобби. Вход. Открытая парковка снаружи. Но я туда вернусь. Есть генератор. Здесь можно поставить свой мотоцикл или сапеты. Зона барбекю, беседка. Открытый большой бассейн. Вот такой бассейн большой, не маленький. Это детский бассейн. Снаружи открытая парковка. Вот такой вход. Фасад здания. Туда покажем. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 110 500 евро. 1+1. А также есть 2+1 в этом комплексе, 145 000 евро. Выйду во двор. Видеонаблюдение. 7 дней, 24 часа. Это вход. Итак. Жду вашего звонка. +90 555 064 91 10. WhatsApp, Telegram, Viber. Дорогие зрители, на данный момент я в основном работаю по запросу. Мало снимаю ролики. Так как пока что вот был Новый год. Затишье на рынке, как вы знаете. Новые изменения ждем. Пока ничего там нового нету, так скажем. Минимальная зарплата уже ясна, 17 тысяч лир. На 58% подняли налоги. Госпошлина. Поживем, увидим, что еще, какие будут изменения. Приезжайте в Аланию, поможем с денежными переводами. Также мы занимаемся официально денежными переводами. Это как золотая корона, Сбербанк, там с карты на карту, моментально переводы. Riot Money Transfer есть у нас международный и несколько других систем. Поможем также с обналичением криптовалют и тому подобное. Обращайтесь. Всем пока-пока.